Здравствуйте. Как череповецкие водители отнеслись к повышению штрафов за нарушение правил дорожного движения? Именно об этом сейчас расскажут администраторы группы ДТП Череповца. Мы провели опрос среди участников нашего сообщества. Конечно, большинство поддерживает такую инициативу, то есть повышение штрафов. Многие говорят о том, что это пример европейских стран, достаточно высокие штрафы и мало нарушений. Многие говорят, что штрафы повышены непонятно как, непонятно зачем, то есть без повышения зарплат идет повышение штрафов. Здесь мнения немножко делятся, но в основном все поддерживают эту инициативу. Очень много вопросов возникло по поводу пересдачи на права при лишении прав, то есть это тоже одна из поправок. Затем повышение промилей допустимых, то есть когда мы снова ушли от нулевой отметки. Хочется отметить то, что вызвало бурю обсуждений среди автолюбителей, именно среди автолюбителей, это запрет на, не наказание, на превышение до 20 км в час. Здесь резко разграничились мнения в плане том, что есть повышение все-таки скоростного режима в черте города и повышение скоростного режима на трассе. Когда мы повышаем скоростной режим, когда мы едем быстрее на 20 км в городе, это, конечно, ощутимо. Здесь, наверное, уже больше нужно смотреть на добросовестность водителей. Но, с другой стороны, когда мы на трассе повышаем этот режим, действительно, правила, которые писались давно, это отмечают как и специалисты, так и автолюбители, которые ездят давно и ездят часто за город. Машине тяжело ехать 90 км в час с новыми категориями автомобилей, объемы двигателей меняются. И расход топлива, дисбаланс по оборотам, по скорости, поэтому 100-110 считается наиболее комфортная скорость. Мы тоже проводили такой опрос, как и для пассажиров, так и для водителей. Здесь, конечно, да, все рады отмене вот этого наказания за превышение до 20 км в час. И пешеходов тоже нужно наказывать за переход в неположенном месте. Почему? Потому что они создают угрозу и своей жизни, жизни своих детей, жизни и здоровью вообще окружающих, потому что ситуация на самом деле разная. Применить экстренное торможение водителю тоже проблематично. Особенно сейчас, в преддверии уже заморозков. Все мы знаем, что многие не успевают даже переодеться на зимнюю резину. То есть пешеходы должны, конечно, это помнить, но здесь сознательность, наверное, граждан все-таки, а не повышение штрафов сыграет роль. Еще такой пункт, что все-таки штрафы повысить повысили, но кто будет их собирать? То есть мнение такое, что штрафы повышают, но на многих это не влияет, потому что они не видят наказания. То есть, может быть, потому что еще это только-только ввелось все. Штрафы, может быть, новые получали еще немногие, хотя такие тоже уже есть. То есть суммы мне очень приятно удивили. Многих, которые уже нарушив, получили за преступление свое наказание. Может быть, у нас еще недостаточно повышены штрафы, чтобы примером была для нас именно Европа. Но действительно, это требовалось давно. То есть необходимость была, люди постоянно об этом говорили. Штрафы нужно повышать. И, может быть, даже нужно повышать дальше. Вопросы нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся во вторник.